известный человек, который родился в нашем городе. Владимир Ульянов Ленин. Он 100 лет назад в России революцию организовал. Благодаря ему наш город назван Ульяновск. Назови мне самых известных художников, которые родились в нашем городе. Аркадий Платов, Дмитрий Архангельский. Это первый учитель Платова. Еще он рисовал прекрасный пейзаж. Да и сам Платов был один из самых известных советских художников. А еще Ника Сафронов. Это и современный. А вот вы мне скажите, чем Ульяновск знаменит на весь мир? УАЗами. Их делают на Ульяновском автомобильном заводе. А еще Русланы. Это один из самых больших грузовых самолетов в мире. Полина, чего у нас много? О, музей! Музей с памятником Родины Ленина. Это сразу 20 музеев про город в 19 веке. Самый большой в мире музей гражданской авиации. Редкие самолеты под открытым небом. Музей Балалайки, музей Мёда, орнитологический музей. Настя, а какое чудо у нас есть в Ульяновске? Насколько угодно. У нас есть две большие реки. Волга и Сьяна текут в разные стороны, на расстоянии всего 1,5 километра друг от друга. Такого в мире больше нигде нету. А еще у нас есть третья река, подземная, Симбирка. А расскажи про ульяновских животных. Тебе про древних или про современных? Миллионы лет назад на месте Ульяновской области было образовано море. Здесь плавали водные динозавры. Их кости можно увидеть в Ундоровском палеонтологическом музее. А современные символы Ульяновской области – солнечный орел и сурок Байбак. Их можно увидеть в национальном парке Сенгилеевские горы. Ваня, расскажи, как появился наш город. В 17 веке его построили как крепость защищенной черты. Это была граница русского государства, и на ней стояла защитная стена. Симбирск никто не мог взять. Полина, какие у нас здесь самые интересные события происходят? Международная неделя моды, международный кинофестиваль семейного кино от всей души, фестиваль реконструкции «Волжский путь». На них всех съезжается очень много людей. Таня, у них тебе хитрый вопрос. Какое самое красивое место в Ульяновской области? Я не знаю, что выбрать. У нас много красивых. И Волга, и озеро Сергеевское.